Приближается лето, время отпусков, а значит, многие горожане спешат отдохнуть, кто на дачные участки, а кто на курорты, российские и заграничные. Те, кто не успел позаботиться об оформлении загранпаспорта, могут воспользоваться благоприятным временем. Акцию под таким названием проводит УФМС России по Кемеровской области. УФМС России по Кемеровской области до 31 мая 2015 года проводит акцию по оформлению заграничного паспорта нового поколения, которая называется «Благоприятное время». Для этого гражданину нужно обратиться в подразделение миграционной службы к инспектору, который осуществляет прием документов без заполнения заявления. То есть с паспортом, со свидетельством о рождении, если желают оформить заграничный паспорт на ребенка, с квитанцией об оплате государственной пошлины и для лиц мужского пола военный билет. Это значит, что само заявление, в котором чаще всего и допускаются ошибки, самим писать не нужно. Заявление на оформление заграничного паспорта заполняет непосредственно сам инспектор. Записаться для сдачи документов на оформление заграничного паспорта можно также либо через электронный вариант, через портал государственных услуг, либо непосредственно зайдя на сайт ufmsko.ru. В настоящее время заграничные паспорта нового образца оформили более 2000 горожан. Напомним, подать заявку для оформления паспорта можно в Кемерово по адресу улица Островского, 13, или в соседнем Белове по улице Октябрьская, 21.